Здравствуйте, мои дорогие! Это третье завершающее видео готовка ужина сегодняшнего. У нас уже лук с колбасой объединились. Лук уже дошел до последней кондиции, колбаса немножко набухла. Значит, все готово. Осталось только рис. Я так придерживаю, чтобы не капнуло случайно. Рис, который мы промыли аккуратненько, а не как в прошлый раз. Аккуратненько. Пересыпать. Так. И перемешать, чтобы весь вкус, который лук совместно с колбасой выделили, чтобы он вошел в наш рис. Вот такую няму готовили мне мои родители. Скорее всего, это была мама. Папа мне ничего не готовил, но папа потом очень вкусно готовил омлет. В следующем видео я вам как-нибудь покажу, как готовил омлет мне мой отец. А мама готовила борщи, супы, крупы и прочие вкусные блюда. Все. Сейчас сильно перегревать не буду. Возьмем нашу дежурную ложечку, попробуем. Так как мы рис промыли, он немножко холодный. Ведь промывали мы его в холодной воде. Поэтому надо еще чуть-чуть помешать. Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Так, проба номер два. Все, чтобы не перегреть, берем чистую тарелку, чистую ложку и вкусненько налаживаем. И сразу можно выключать. Все. И идем. Ой, попробуем. Так вот, как говорится, не стоя, а сидя за столом. Я предпочитаю все есть и с хлебом. Но зачем хлеб? Как бы рис нам по родственности, это как третий хлеб. Сначала идет хлеб. Второй хлеб – картошка, третий хлеб – это рис и прочие крупы. Очень вкусно. Я не умею передавать, насколько это вкусно. Главное – это просто. Приготовить может даже ребенок. Я желаю вам добра, мира и любви. Это канал Буфляр, канал простого человека, снимающего простые видео для простых людей. Будьте счастливы, счастья вам и всего самого наилучшего, чего вы сами себе желаете. Пока-пока!